Итак, очень давно не было ночных дегустаций. А на дегустации сегодня просто светлое пиво. Красная цена светлая. Да, вот красная цена светлая, да, Афанасий. Состав: вода питьевая, сок пивоваренный, ячменный светлый, ячменный хмель, да. То есть цена 69 рублей за полтораху. Получается так, что считай, что за литр, за миллилитр спирта получается 1 рубль. Вот, вот так, то есть, да, 60 рублей полтораха, 61 миллилитр спирта и бутылка, допустим, 8 рублей. Вот. Как-то так, даже акциз можно не учитывать, вот. Ну, сейчас будем открывать, наливать. Так, открыли, налили. Какой-то он когда наливался, но вообще был какой-то вяленый, то есть вообще прозрачное, белое. А сейчас вроде ничего, вот. Вроде ничего, вроде даже как-то оно такое ячменное и есть, да? Но вообще вот это подвох, конечно, когда ячмень кладут. А то есть оно и так из ячменного солода, но еще ячмень добавляет. То есть цвет, значит, сдался, надо еще цвета добавить. Цвет янтарный. Янтарный, но слабый такой. Потому что на красном, вот смотрите, видите, вот красная штука. И вот на красном, вот видите, какой вообще слабый, то есть цвет слабый санины получается. Ну-ка, занюхнем. Пахнет какими-то химическими помоями. Вот просто какой-то помоями с химзавода пахнет. Ну-ка. То есть по запаху тройка с минусом. Не двойка, но тройка с минусом. Еще раз занюхнем. Точно. Тройка с минусом. Ну, пахнет хотя бы пивом. На вкус. Внезапная безвкуса и горечь какая-то потом пошла. Неприятная горечь какая-то тухлая. Вот горечь какая-то тухлая. Горечь тухлого солода пошла. Вот, горечь тухлого солода. На вкус вообще двойка. Не знаю, чем это такое сварили на Афанасии. Ужас какой-то. Еще раз, то есть по запаху еще раз. На всякий случай вдруг убедиться, вдруг что-то не так я делаю. Запах такой же, то есть, да? Он только с минусом. Какой-то неприятный такой, да? И вкус еще более неприятный. Ну-ка. Вкус вообще отвратный, как помойка пьешь. На вкус вообще двойка. Даже двойка с минусом. Двойка с минусом делаем, да. В итоге цена четверка, вкус двойка. Запах тройка с минусом. Все с минусами, два раза с минусом. И значит четверка. Чтоб упаковки, но упаковка традиционная для красной цены. Какая-то бочка нарисована еще. Офигеть. По упаковке даже не оценим. Короче, вкус двойка, значит с минусом. Значит ему будет двойка просто и все, да? С минусом даже, и по вкусу даже, потому что запах тоже галимый, да, с минусом тройка, а вкус двойка с минусом, средняя двойка, то есть, да, вот это качество упаковки и всего такого прочего не значит ничего в этом случае, когда вкус говно и упаковка ничего не значит, в общем, не рекомендую. Ну, это Афанасия, но Афанасия нормально делает, когда за нормальную цену, а когда по дешевке, она мутную хрень даже производит, видите, там даже какая-то муть всплывает. Увидали, вот там как болото какое-то наверху. То есть тут нормальное пиво еще выглядит. А вот там наверху какая-то муть какая-то. Какой-то ты в ручей вот этого в лесной тут зашел. И там муть какая-то. И вообще жуть. Жуть, да. Фу, блядь. Не рекомендую. Тушите свет.